Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 9 апреля. Сегодня, вы знаете, очень замечательный, продуктивный, интересный будет день. Плюс ко всему еще у нас с вами добавляется еще и циферка 9. И мы ее сегодня с вами обязательно должны использовать в своей жизни. А для чего? А для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Давайте разбираться, чем же сегодняшний день достаточно интересен, яркий, необычный, и как мы можем использовать энергетику этого дня себе во благо. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу, которая поможет вам привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Итак, фраза звучит, друзья, следующим образом. Я, ваше полное имя, заслуживаю иметь много денег. Я притягиваю к себе огромные суммы денег, если надо будет так. Пожалуйста, не ленитесь, прописывайте. Это быстрее поможет вам достигнуть тех высот, каких вы желаете и хотите. Также мы хотим поблагодарить тех людей, которые отправляют нам донаты. Девочки, мальчики, мы вам очень благодарны. Мы видим и понимаем, что мы делаем это не зря. Это нас мотивирует, это вдохновляет нашу команду. Итак, друзья, сегодня 9 апреля. У нас сегодня первый день после новолуния. Напоминаем вам, что вчера, 8 апреля, был достаточно для одних очень тяжелый день по энергетике. Для других очень легкий. Одни, вы даже писали в комментариях о том, что у кого-то закрыли какие-то рабочие моменты, вопросы, отношения, связанные новый виток развития в работе и так далее. И как вот вы слушаете наши советы, и вы сами уже начинаете правильно понимать и трактовать те или иные моменты в своей жизни. Так вот, сегодня у нас первый день после новолуния, друзья, еще нет начала растущей луны, плюс ко всему еще влияет солнечное затмение на нас всех. И у нас с вами хоть и вчера закрылся коридор затмений, но это еще не значит, что нам прямо с сегодняшнего дня, с 9 апреля, нужно начинать активно действовать. Пропишите лучше сегодня свои планы, помечтайте, подумайте о том, что вы хотели бы реализовать в ближайшие 2-3 месяца. Обращаем ваше внимание, что сейчас ближайшие до июня месяцы будут достаточно активными, достаточно интересными, плодотворными, поэтому сейчас ваша задача, вот именно начиная уже с завтрашнего дня, с 10 апреля, начинать активно действовать. Почему? Потому что вы сейчас можете заложить фундамент на вторую половину этого 2024 года. Но как это сделать вам нужно? Вам нужно понимать и осознавать, что вы хотите привнести в свою жизнь. Если вы не знаете, что вам нужно вообще в жизни, пожалуйста, не расстраивайтесь, просто сядьте в спокойной обстановке, возьмите листок бумаги и задайте себе вопросы и попытайтесь на них ответить. Хотим вам сказать сразу, что у вас не будет ответов на те вопросы, которые вы поставите для себя. Ну, например, почему я не зарабатываю много денег, да, или почему у меня проблемы со здоровьем, или почему мне не ладится отношения с коллегами на работе. У каждого это будет своя ситуация, и вы знаете, ответ не придет. Но вы уже задали вопрос, значит, вы уже стоите на пути анализа и подумайте о своем развитии, о том, как вам вы можете изменить свою жизнь. И это здесь очень важно, потому что в ближайшие пару недель вы точно сможете решить или иные ситуации и проиграть те или иные моменты. Здесь это очень важно. Поэтому не игнорируйте также сегодня подсказки. Сегодня подсказки могут идти с разных источников. Это может быть музыка, это могут быть птицы, это просто может быть какие-то знаки, это могут быть сегодня цифры, на которые вам стоит сегодня обязательно обратить свое внимание. На что еще стоит, друзья, обратить внимание? Вы знаете, сегодня достаточно такой вот яркий, насыщенный день. Вроде как активными действиями нельзя заниматься. Что мы здесь имеем в виду? Сегодня не стоит создавать свое дело, делать какие-то активные действия. Сегодня лучше заниматься планированием, но вот именно сегодня, в этот день, провести вот практику, цифра 9, она будет очень идеально сегодня работать.
И мы рекомендуем вам сегодня в этот день попытаться уделить внимание своим деньгам, финансам, своему благополучию. Многих людей это не устраивает, как они живут, сколько они зарабатывают. И вы знаете, здесь ваша задача сейчас не расстраиваться, не злиться, потому что как только вы злитесь, вы тем самым начинаете привлекать определенные негативные моменты в свою жизнь. Поэтому, чтобы этого, девочки и мальчики, не было, очень важно, чтобы вы сегодня настроились на энергию созидания. Она идет с космоса ежесекундно, и здесь ваша задача именно ее уловить. Также давайте посмотрим, что же нам сегодняшний говорит лунный календарь. Итак, обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами начало, вот именно самое-самое начало растущей луны в знаке зодиака Телец, и у нас сегодня с вами вторые лунные сутки. Знак зодиака Телец, как вы знаете, это стабильность, это упорство. И сегодня, вот мы же говорили, проговаривали это, давайте еще раз проговорим. Сегодня идеальный день именно для того, чтобы прописывать свои какие-то проекты, прописывать свои какие-то бизнес-проекты. Даже если у вас вот прямо руки горят, и вы желаете что-то осуществить, что-то сделать в своей жизни, подождите пару минут, и вы обязательно поймете, осознаете, что вам нужно сделать в своей жизни. Очень многие люди спешат. Ой, скажите мне, когда я буду начну зарабатывать деньги? Ой, скажите, когда у меня будет новая высокооплачиваемая работа? Ой, скажите, скажите. Вы должны понимать, что в первую очередь вы строите свою жизнь, вы являетесь творцом и архитектором своей жизни. И только вам принимать решение, когда вы хотите что-либо изменить. Потому что если вы не готовы, то же самое, когда вы, например, идете в первый класс, да, вы прошли всю школу, вы приобрели определенный багаж знаний, вы себе дальше можете принимать решение, как вам располагаться, как вам этот багаж знаний использовать. Вот так и в жизни. Пока вы не получите какой-то жизненный опыт, навыки, не стремитесь, не бегите впереди паровоза, потому что иногда нужно сделать паузу и не спеша потихоньку двигаться. Помните, пожалуйста, над этим. Сегодня, ввиду того, что знак зодиака Телец, он сам по себе, как вы знаете, это денежный знак зодиака, поэтому рекомендуем вам сегодня уделять внимание своему материальному благополучию, подумать о том, как улучшить свое финансовое положение. Если у вас есть какие-то долги, кредиты, подумайте о том, как в ближайшие 2-3 недели вы их попытаетесь вернуть. Иногда это очень сложно сделать, ввиду определенного, у каждого свои какие-то определенные ситуации, да, жизнь кажется, что загнала в какие-то рамки, но в первую очередь вам нужно понимать и осознавать, что это вы сами себя загнали, потому что очень часто бывает так. Купить в кредит или немножечко подождать. Человек принимает решение, дай-ка я возьму в кредит, у меня через 2 дня появятся деньги, и я закрою этот кредит. Но, знаете, Вселенная, она такая еще та шутница. И Вселенная начинает вас проверять. Через 2-3 дня вы не можете рассчитаться. И вот это начинается. Кроме того, еще, как правило, появляются еще дополнительные какие-то проблемы или ситуации. И все это постепенно и постепенно начинает тянуться в вашу жизнь. Поэтому, чтобы этого не было, никогда не спешите. Даже если вас подгоняют ваши близкие, родные люди, говорят, что давай, быстрее, принимай решение, у тебя времени мало и так далее, и так далее. Ваша задача, вот чувствовать себя, свое сердце, потому что бывает так, что вы сами пишете в комментариях, что вот вы интуитивно чувствуете, что вам нужно вот именно сейчас вот так поступить, или в данной ситуации ничего не делать, а вам ваша вторая половинка или кто-то из авторитетных для вас людей начинает говорить, что нужно вот сию секунду сделать так и так, но вы сопротивляетесь. Если вы чувствуете, что вы чему-то сопротивляетесь, если вы чувствуете, что вам что-то не нравится, задайте себе вопрос, а что же происходит в реальности, на что вам стоит обратить внимание, потому что вот те энергии, которые есть в вас, они вам подсказывают, на что вам стоит обращать внимание. Поэтому не игнорируйте, пожалуйста, эти моменты. Это очень важно. На что еще хотим рекомендуем вам обратить внимание, это на отношения с теми людьми, которые касаются денег. Если вы у кого-то, когда-либо одалживали деньги, брали
дали какой-то совет, рекомендацию, консультировались. То есть сегодня вот тот день, когда, знаете, как день благодарности. Поблагодарите этого человека. Можете просто позвонить, сообщить ему о том, что вы его благодарите за тот или иную ситуацию в вашей жизни. Если у вас нет такой ситуации, то в таком случае, возможно, подумайте о том, что возможно, вам нужно поразмыслить и подумать, что поблагодарить высшие силы, своего ангела-хранителя. Помните о том, что ангел-хранитель всегда с вами, вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни. Просто у него задача не вести вас, а его задача именно корректировать ваши планы и вашу жизнь. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. На что еще мы хотим сегодня с вами обратить внимание, это, друзья, на лунный календарь здоровья. Сегодня очень важно, чтобы вы употребляли в пищу только самую здоровую еду, постарались побольше зелени, фрукты. У каждого, конечно, в регионе есть свои какие-то нюансы, но вы должны понимать и то, что сегодня очень важно, чтобы вы прочувствовали свое тело, полюбили его, насколько это возможно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня и ваше тело может реагировать по-разному на разные ситуации. Поэтому сегодня, если вы что-то, вот если вы раньше, например, что-то ели с большим удовольствием, а сегодня вам этого не хочется, подумайте, а что же в реальности происходит? Почему ваше тело дает какой-то то ли сбой, возможно, то ли вам что-то не нравится? Вот проанализируйте, пожалуйста, почему? Потому что это может очень кардинально повлиять на вас и на вашу жизнь. Давайте посмотрим, что же сегодня за карта Таро на этот день, 9 апреля. Итак, друзья, выпала карта «Влюбленные». Эта карта говорит о выборе, о взаимоотношениях. И сегодня, возможно, некоторые люди столкнутся с важным решением или с какой-то встречей, которая может оказать существенное влияние на вас и на вашу жизнь в будущем. Поэтому будьте сегодня немножечко предельно внимательными и предельно осторожными. Не спешите, пожалуйста, потому что, знаете, спешка ни к чему, как правило, не приводит. И сегодня еще хочется уделить внимание совету от Архангела Михаила. Давайте посмотрим, что же он нам, с какими советами обращается к нам. И вы знаете, Архангел Михаил нам говорит о том, что мы должны быть сегодня смелыми, решительными. Это поможет нам преодолеть наши страхи и сомнения, а также идти вперед с уверенностью и оптимизмом. Архангел Михаил нас призывает не бояться перемен, и поверьте, у многих людей, если вы правильно прошли коридор затмений, появится много новых возможностей, перемены проявятся именно в хорошем плане. И очень важно, чтобы это все встречали с открытым сердцем и с уверенностью в себе и в своих силах. Также в этот день важно быть бдительным, важно быть осторожным, а также старайтесь оберегать себя от любых негативных воздействий и энергий. Кроме того, сегодня в вашей жизни могут проявляться какие-то обстоятельства, на которые вам нужно обратить внимание, но в то же время быть очень осторожными, потому что это могут быть ваши мысли, ваши эмоции, может быть такая ситуация, что вас кто-то сегодня может вывести из вашего состояния, вот равновесия, кто-то может на вас злиться, пакостить вам сегодня. Вам сегодня нужно стараться быть более мудрыми, более терпеливыми, более внимательными к тем или иным ситуациям, которые могут происходить или появляться в вашей жизни. Также сегодня нужно быть сострадательными и заботливыми к окружающим. Иногда это очень сложно, ввиду того, что люди обижают друг друга очень часто, но постарайтесь подойти к этому вопросу более спокойно и такой, знаете, как вот мудрый человек. И тогда, возможно, вы увидите какие-то новые изменения в вашей жизни. Также будьте благодарны. Мы уже говорили о том, что сегодня надо благодарить, благодарить высшие силы, благодарить свое окружение, благодарить тех людей, которые вам помогают или вам оказали какую-то поддержку, потому что это поможет вам в дальнейшем. Также обращаем ваше внимание, идите вперед, ничего не бойтесь. Знаете, вот очень часто глаза боятся, а руки делают. И вот сегодня такой день, что могут проявляться вот именно такие ситуации, но если вы будете мудрыми, если вы будете терпеливыми, то вы поймете,
поймете, как вам легко преодолеть те или иные препятствия в своей жизни. Не бойтесь, пожалуйста, этого, потому что пока вы боитесь, пока вы расстраиваетесь, то и в вашей жизни не происходит тех событий, которые вы ожидали. Теперь, друзья, давайте вместе с вами проведем практику с цифркой 9. Вы знаете, что это такая вот замечательная практика, она сильная по своей энергетике. Итак, берем ручкой и на запястье левой руки рисуем циферку 9 и говорим следующие слова. Кодирую себя на деньги срочно. Даже можете сейчас в комментариях написать циферку 9 и написать кодирую себя на деньги срочно. И обязательно пропишите ваше имя. В обязательном порядке пишите, пожалуйста, имя с большой буквы и полное, потому что очень часто люди или спешат, или включается вот эта функция Т9, и оно все делает не так, как нужно. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательнее, вы в первую очередь делаете все для себя. А когда вы делаете для себя, вы должны делать это все комфортно, правильно и с радостью и удовольствием. Тогда в вашей жизни действительно будет все прекрасно, чудесно и замечательно. Вот такой, друзья, у нас с вами день 9 апреля, вот прям просто, вы знаете, вот легкий такой день по своей энергетике, и мы вам желаем, чтобы он действительно прошел вот достаточно легко, прекрасно и чудесно для вас. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях давайте вместе с вами пропишем следующую волшебную фразу: я, ваше полное имя, заслуживаю иметь много денег, я притягиваю к себе огромные суммы денег, истинно да будет так. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна, друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.